Отремонтированный памятник павшим воинам в деревне Спасские-Мурзы. Именно он вызвал массу споров в интернете. Там его назвали памятником профнастилу и образцом абсолютного безвкусия. Раньше деревенский монумент каждый год штукатурили и красили силами и средствами местных жителей. Но хватало такого ремонта до первого дождя. Люди просили что-то с этим сделать, и глава местной администрации придумал. Дешево и сердито. Если был бы у меня бюджет, я бы заказал с Урала гранит и мраморные плитки. Евгений Локотков в большой обиде на интернет-сообщество. Чтобы сделать даже такой ремонт памятника, ему пришлось выйти за рамки бюджета. Денег нет, поэтому стройматериалы взял в долг в магазине под честное слово и под земельный налог. Единственный источник дохода для сельсовета. И как только эти 40 тысяч рублей поступят в местный бюджет, их тут же спишут в счет долга. В такой ситуации углубляться в дизайнерские тонкости у главы Лунгинско-Майданского сельского поселения нет времени. Ему бы выжить. На 500 тысяч рублей в год существуют две деревни – Лунгинский Майдан и Спасские-Мурзы. Большую часть денег уходит на зарплаты, остальные – текущие расходы. А скоро зима, и нужно думать, на что чистить дороги. С трактористом за прошлый сезон здесь расплатились только в августе. Хочется сказать людям, пускай попробуют поработать на моем месте или просто, скорее всего, большинство отзывов в интернете – люди, которые живут в городе. И даже, может быть, эту деревню они никогда не видели. Попробовали жить в Спасских-Мурзах. Или, может быть, те, кто когда-то выехал с этой деревни, теперь смотрят в интернете фотографии и подсказывают, как лучше жить. А почему они уехали с этой деревни? Оставались бы, трудились, работали, поднимали бы хозяйство и построили. Я бы посмотрел со стороны, как это у них получится. Следующей весной продолжатся работы, говорит глава сельсовета. На памятнике будет еще и табличка с именами тех, кто не вернулся с войны. Когда-то село было большое, и в мемориальном списке здесь значится 120 человек. И они заслужили, чтобы их помнили и чтили. В каком стиле – лофт, ампир или барокко – вопрос второй. И для жителей вымирающей деревни очень странный. А как вот лучше что делать? Как вот лучше, я не знаю. А было вон какой, это нехороший, ты что? А как еще лучше делать, я не знаю. Вот эту только солдата покрасить, побелить и все. Людмила Кусерова, Константин Соколов. Наши новости.